заключенные раздевались, постели их переворачивали. 8 часов вечера. Цифра 8 на иврите звучит как шмоны. Ну и вот одна из версий, что шмона. Много, много таких слов, так что иврит такой интересный язык. Хотя в нем всего лишь навсего 22 буквы, и все согласные, ни одной гласной нету. И в свое время, когда еще Михаил Казаков сюда приезжал, в начале 90-х годов, уехал, не выдержал. Он говорит, как можно вот этот язык выучить? Все буквы похожи на рыболовные крючки, и справа налево они идут, и гласных нету. Ну вот как-то мы так привыкли, и ничего, общаемся. О языке иврит еще мы с вами сегодня поговорим.